Как проверить свои знания в сфере экологии и что может сделать каждый, чтобы, например, позаботиться о лесе? Как лучше хранить сортируемые отходы? Тверская область присоединилась к Всероссийскому экологическому диктанту. Одной из площадок проведения акции в офлайн-формате стала библиотека имени Горького в Твери. Тему продолжит Наталья Чекет. В экологическом диктанте 25 вопросов. Все они разные и зависят от категории. Студенты Тверского государственного технического университета и Тверского госуниверситета отвечали на вопросы в категории от 18 лет и старшие экологи и не экологи. Бланк с заданием необходимо было заполнить за 40 минут. Диктант разделен на 4 категории, то есть до 12 лет, с 12 до 18, с 18 и старше экологи, с 18 и старше не экологи. Вопросы состоят: вода, воздух, земля, лес. Студентка первого курса магистратуры факультета географии и геоэкологии Тверского госуниверситета Анна Кошелева первый раз принимает участие в подобном диктанте. Девушка отмечает, что забота об экологии начинается с самого себя. Любая маленькая вещь и до глобального чего-то начинается с себя. Конечно, это, безусловно, такие обычные вещи. Это сортировка мусора. Ну и, конечно, выбросить батареечки в нужных местах специализированных, а не просто куда-нибудь там. Макулатура тоже, казалось бы, банальная вещь, но тоже весьма важная. И действительно, существуют простые способы не загрязнять природу. Не использовать полиэтиленовые пакеты, беречь воду и электричество. И, конечно, сортировать мусор. В частности, выбрасывать пластиковые бутылки в специальный контейнер. Если мы раздельно сортируем отходы, бутылка приходит чистая на переработку, она сразу попадает в дело, так сказать. А та бутылка, которая приходит к нам с мусоросортировочных полигонов, конечно, большую часть мы затрачиваем и ресурсы на то, чтобы ее отмыть, привести в такой достойный вид и потом пустить ее в переработку. Мы на заводе перерабатываем около 90 миллионов пластиковой бутылки, и она дает новую жизнь для других вещей, которые мы потом используем в нашей жизни. Экодиктант проводится с целью не только выявить уровень экологической культуры участников и их знания об экологии, а также улучшить взаимоотношения человека с окружающей средой. Это необходимо для того, чтобы привлечь большое количество общественности к вопросам экологической повестки, так как они находятся на особом контроле у государства и, конечно же, правительства Тверской области. Экологический диктант завершится 27 ноября. Написать его могут все желающие и в онлайн-формате. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта ecodiktant.ru и проверить уровень своей экологической грамотности.